Покажите, пожалуйста, результат по пункту 2.1, по вопросу, который мы проголосовали первым. Откройте, пожалуйста. За 351. Спасибо. Против 16, воздержался 1. Пожалуйста, откройте результат голосования по пункту 2.2. 310. Уважаемые коллеги, большинством голосов принимается постановление под номером 582-43-8 об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства. Уважаемые коллеги, мы с вами решение приняли. Слово предоставляется Миронову Сергею Михайловичу, руководителю фракции «Справедливая Россия». Пожалуйста, Сергей Михайлович. Я с большим удовольствием хочу выразить слова благодарности фракции «Единая Россия». Спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги, спасибо всем. Мы с вами рассмотрели очень важный вопрос.